А что здесь происходит? А ты что здесь делаешь? Вообще-то это моя дача. Что там у тебя? Ты что, ее убила? Глупости не говори. Она просто без сознания. Давай, помоги мне ее в дом перетащить, я одна не справлюсь. Не-не-не, я пас, я на такое не подписывалась. Я людей не убиваю. Да что ты говоришь? А про сбитого пешехода ты забыла? Если ты мне сейчас не поможешь, я тебя сдам в полицию с потрохами. Давай, иди сюда. Ты ее за ноги потащи, а я сейчас с той стороны подойду. Я не хочу в тюрьму. Я не хочу в тюрьму. Она нас сдаст. Заткнись, а? Никого она не сдаст. Ты же не собираешься ее... Я на такое не подписывалась. Я не хочу в тюрьму из-за этой твари. Она мне и так всю жизнь поломала. Что там? Господи, я же забыла совсем. Она беременная. Ты что, издеваешься? Что мы теперь будем делать? Мы же не можем держать ее здесь вечно. Если у нее выкидыш случится, Егор и дядя нас просто убьют. Ничего не будем делать. Просто подождем. Этот ребенок мой внук. И прямой наследник Зорина. И он мне нужен. Ты что, спятила? Собираешься держать ее здесь до родов, потом забрать ребенка и отпустить, чтобы она нас сдала. Как ты собираешься предъявлять ребенка Зорину без матери? После родов я положу ее в психушку на принудительное лечение. Дам на лапу, у меня там есть знакомый психотерапевт. А за моего внука ты не беспокойся. Будет у него мать. И ею станешь ты. Тетя Оля, по тебе уже по самой психушка плачет. Как я могу родить от Егора, если он даже в мою сторону не смотрит? Ну так сделай так, чтобы посмотрел. Да в верхнем ящике, Егор. Сейчас, сейчас, найду. Знакомых обзвонил? Да, всех обзвонил. В академию тоже заезжал, полиции был. Заявление приняли? Да, приняли. Поначалу не хотели, но я настоял. Лучше перестраховаться на всякий случай, мало ли. Ну да, порядок. Спасибо. Фух. Не мельтеши, сядь и успокойся. Фух. Эй, есть кто дома? Мам, мы здесь. А, привет.
Привет, ты Карину не видела? Кариночку? Видела, конечно. Ну вот, я ж тебе говорил, все будет в порядке. А где и когда? Утром. Я ей завтрак приносила. А она еще к кому-то в город собиралась. Кому? Ну, я не знаю, она мне не сказала. Леш, что такое? У тебя что, сердце опять? Да ничего, все нормально. Точно? Да, точно. Просто покалывает немножко. Не волнуйся, сейчас пройдет. Я уже вот принял лекарство. Карина пропала, дозвониться не можем. Ну, я вас умоляю. Зачем раньше времени паниковать? Ну, с подружкой, наверное, заболтался, а телефон сел. С нами, женщинами, такое бывает. Особенно, когда счастливы. Времени вообще не замечаем. Дай это Бог. Дай это Бог. Не дергайся, иначе я тебе этим электрошокером выкидыш быстро обеспечу. Ты думаешь, тебя кто-нибудь будет искать? Не думаю. Кому ты нужна? Дяде? Нет. Твоя смерть ему была только на руку. Он стал свободным. Жена покончила с собой. И он смог жениться на своей давней любовнице Ольге. Ты реально об этом не знала? А что касаемо Егора, так это дядя попросил его жениться на тебе. Только для того, чтобы деньги остались в семье. Так что ты своим воскрешением не только меня, но и его лишила наследства. Ты хочешь что-то сказать, да? Ты хочешь что-то сказать? Не понимаю, прости. Ну ладно. Вань! Ты все врешь. Это неправда. Нет, я не вру. Слушай, а ты реально намного глупее, чем я могла себе даже представить. Я тебя умоляю, отпусти меня. Я никому ничего не скажу, Сюземи. Не называй меня этой собачьей кличкой! Я Сюзанна. Уже отпустила. Вот прямо сейчас. Чтобы ты нас всех засадила за решетку? Что я вам всем сделала? Я не понимаю, ты тупая. Ты отняла моего любимого мужчину. Мою семью, мой дом. Ты забрала у меня мою жизнь. Ты хоть на секундочку представляешь, насколько я тебя ненавижу? Я ничего у тебя не забирала. Это меня все предали. Меня. Сюзанночка, я тебя умоляю, отпусти меня. Ольга меня убьет, и тебя как свидетеля. В том-то и проблема, сестренка, понимаешь? Я не свидетельница, я соучастница. Будет... Рот закрой! Если он... Заткнись! И особенно сильно тут не надрывайся. Тут отменная звукоизоляция. Береги силы. Сюзанна, не уходи, я тебя умоляю! Доброе утро, Ольга Сергеевна. Доброе утро, Анечка. Где все? Так, а Алексей Анатольевич с Егором еще с утра в полицию уехали. Карина ночевать не пришла. Да? Интересно, почему я об этом узнаю только сейчас. Ну ладно. Если меня будут спрашивать, я по делам. К обеду буду. Хорошо. Счастливо. Пропала, значит. Опять. Похоже, что мы шутим. Да нет. Но, похоже, ваша дочь кому-то очень сильно мешает. Я не исключаю другие моменты. Извините за бестактный вопрос. У вашей жены есть любовник? Нет. Ну, может быть, недавно был?
Не было никого. Точно? Уверены? Да, уверен. Я у жены первый. Вопрос снимается. Никаких записок не находили? Мы, честно говоря, об этом еще даже не подумали. Сейчас, минуточку. Алло, Оля. Посмотри, пожалуйста, там Карина нигде записку не оставила. На кухне или у себя в комнате. Хорошенько посмотри, внимательно. Да, любимый, конечно. Если я что-то найду, я тебе сразу сообщу. Жду. Угу, да, договорились, пока. Целую. И? Что дальше? Неси ручку и бумагу. И сделаешь, как я скажу. Сюзанна, я тебя умоляю. Сюзан, пожалуйста. Я тебя умоляю, Сюзан, пожалуйста, отпусти меня. Слушай. Я тут реально подумала, что кое в чем ты действительно права. Рано или поздно Ольга захочет избавиться и от меня. Я тебя отпущу. Но мне нужны гарантии. Какие гарантии? Что ты исчезнешь навсегда. И что ты не явишься в полицию. Ты напишешь записку своему мужу и отцу о том, что ты уходишь навсегда, чтобы тебя не искали, что ты разочаровалась в жизни и не можешь пережить предательство своего мужа. Тебе даже не придется врать. И ты на свободе. И мне хорошо. Катись на все четыре стороны. Решай быстрее. Скоро вернется Ольга, и я не думаю, что она будет рада. Но помни про электрошокер и не делай глупостей. Я согласна. Одно движение и goodbye, baby. Ты напишешь то, что я сейчас надиктую. Ну вот. Вот. Можешь ведь, когда захочешь. И что дальше? Дальше? Дальше начинай готовиться к роли мамочки. Угу. А еще залезь в интернет и узнай все, что можно о родах, потому что принимать их придется тебе. Ты спятила. И я на такое не подписывалась. Правда? А на что ты вообще подписывалась? Может быть, ты предлагаешь ее в роддом отвезти, а? Чтобы она нас сразу сдала? В тюрьму захотелось? Так все, с меня хватит. Я отсюда сваливаю. Ты эту кашу заварила, ты ее и расхлебывай. Нет, моя дорогая, никуда ты отсюда не денешься. Ты будешь здесь, будешь присматривать за Кариной до ее родов. Кормить ее будешь, витаминами поить. А иначе, иначе сама можешь оказаться в таком же подвале. Я не хочу быть надсмотрщицей. А придется. Ты лучше думай о бонусах. Вернешь свою прежнюю жизнь и еще и Егора получишь. Мы не можем держать здесь ее вечно, даже в психушке. Я сама все решу. А ты просто пока приглядывай за нашим инкубатором.
что ж такое? Хотя бы. Ох уж эти сквозняки. О, Анечка, а посмотрите, пожалуйста, может быть, Карина где-то записку оставила? А, хорошо, Ольга Сергеевна, хорошо. Вы уверены, что это почерк вашей жены? Абсолютно уверен. Это почерк Карины. Но содержание полный бред. Она не могла такое написать. Что еще за брак по расчету? Они женились по любви. Сам не знаю, откуда взялся этот бред про расчет. Ну, может быть, вашей дочери доброжелатели сказали неправду. Она поверила, приняла все близко к сердцу и ушла. Ну, в жизни всякое бывает. Интересно знать, что это за доброжелатель такой. Сюзанна? Нет, дочка вряд ли бы стала слушать. Ее бредни. Сюзанна – это моя племянница, но она с нами давно уже не живет. Угу. Скажите, ну вот чисто финансово, кому на руку исчезновение вашей дочери? Ну, насколько я понял, она ваша прямая наследница. Ну вот если ее не станет, кто будет преемником? Егор. Егор будет в любом случае возглавлять компанию. Вы поймите, моя дочка художница, она ничего не понимает в финансах. А бизнес не терпит дилетантов. Алексей Анатольевич, вы не волнуйтесь так. Это всего лишь предположение. И нужно просчитать все варианты, в том числе и тот, что Карина сама ушла из дома. И мы должны знать, куда и кому она пошла. Да, я понимаю. У нее есть только крестная, но крестная сама ее ищет. Больше никого. Моя жена недавно в городе, и знакомых практически никого нет. Значит, нужно отослать ориентировки во все отделения, проверить авиарейсы. Ну, может быть, где-нибудь да засветится. Так больше не могу. Не могу так. Так, значит... Чай. Городскую недвижимость мы зафиксировали, а дача имеется? Или дом? Ну, не дача, а скорее особняк, но это очень далеко на озерах. А, есть еще дача, она принадлежала моему младшему брату, а по наследству перешла к племяннице. Но я там уже 100 лет не был. Я бы ее тоже не списывал со счетов. Господи, извините. А какой адрес родительской дачи? Там адреса как такового нет. Надо ехать смотреть. Ну, давайте прямо сейчас туда и поедем. Как по мне, хорошее место для укрытия. Вы же сами сказали, там редко кто появляется. Алло, Сюзанна, это я. Это я. Жди гостей. Так... Хватит паниковать. Значит, дача должна выглядеть заброшенной. Посуду бери. Подопечную спрячь. А ее куда положить? Тоже в шкафчик, да? Я не знаю, куда. Хоть в лес. Ты давай мозги включи. Либо ты ее спрячешь, либо мы с тобой беседим. Все. Thank you.
пора обедать. Не хочу. Сама ешь. Я не поняла. Ты хочешь ребенка голодом заморить? Пей, я сказала! Карина! Дочка! Карина! Дочка, ты здесь? Ее нет здесь. Для заброшенной дачи здесь слишком мало пыли. Сюда иногда Сюзанна заезжает. Так, надо проверить подвал и чердак. Я посмотрю. Карина! Карина! На чердаке никого. Здесь тоже. Ты уверен, что это она? Ну, проверь еще раз. Нет тела, нет дела. Что случилось? Есть новости о Карине? Пока только предположение. Вы нашли тело моей дочки? Нет, тела пока мы не нашли. Но пара свидетелей видели, как девушка бросилась с моста. Похоже на Карину. Не факт, конечно, что это она, но если учесть ее записку... Карина не могла, она верующий человек. Дядь Джош. Дядь Джош, тише. Скорую, скорую, вызывай скорую. Дядь Джош. Дядь Джош, держитесь. Алло. Дядь Джош, слышите? Скорая. С добрым утром, Засоня! Просыпайся! У него инфаркт. Скажу прямо, состояние критическое, так что ему сейчас нужен полный покой. Любой стресс может оказаться для него смертельным. А скажите, доктор, он в сознании? Ну, мне можно к нему? Да, он в сознании, но сейчас лучше его не беспокоить. Извините, у меня обход. Да. Спасибо. Не переживай. Все будет хорошо. Он у нас сильный. Выкарабкается. Да. Thank you.
Привет, любимый. Как же ты слаб и стар. Ты жалок, Зорин. Ой, за доченьку свою беспокоишься, да? Правильно делаешь. Нет у тебя больше доченьки. Нет. Я обо всем позаботилась, как и тогда. А, ты же не знаешь. Это я организовала ее похищение тогда. Твоими же деньгами и оплатила. Лизе, передавай привет. Она, наверное, единственная, кто тебя любила. По-настоящему. Прощай. Наши соболезнования. Сочувствуем. Да. Спасибо. Всего хорошего. До Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Хватит пить. Я тебя не узнаю. Мама, иди к гостям. Гости уже ушли. Послушай, ты теперь хозяин дома и хозяин фирмы. И это ты, а не я должен всех встречать и провожать. Мне не нужны ни дома, ни фирма. Мне нужна Карина и отец, а их больше нет. Но есть я, и мы справимся. А если я не хочу справляться? Не смей пить! Сопьешься, как твой родной отец. Ага. Ну ладно. Как знаешь, твоя жизнь. Да разве это жизнь? Что ты здесь делаешь? Пришла помянуть родного дядя, а что, нельзя? Вообще-то я его единственный кровный родственник. Ну, а может и хорошо, что пришла. Значит, сейчас пойдешь к Егору. Он в кабинете. Зачем? Затем внука мне делать. Ну, сегодня же как бы похороны так-то. Он пьяный. Дурой будешь, если не воспользуешься. Сейчас, подождем, пока он дойдет до кондиции. Нет, я хочу еще выпить. Так, хватит с тебя уже сегодня. А где моя жена? Пошли. Карина! Карина! Уф. Ну и что мне с ним, с таким делать? Он ведь на завтра даже не вспомнит, что я тут была. Ну, значит, сделай так, чтобы вспомнил. Тише, не мне тебя учить. Спасибо. Егор. Милый, проснись.
Егор. Карина? Я Сюзанна. Ну, для тебя могу побыть и Кариной. Все, спать. Сюзанна? Сюзанна, проснись. Доброе утро, любимый. А чего ты так рано? Ты же говорил, что у тебя сегодня выходной. Какой я тебе любимый, Сюзанна? Ничего я тебе такого не говорил. Ты что здесь делаешь вообще? Ты сам меня позвал. Никто тебя не звал. Я помню, что вы с мамой меня по коридору тащили и все. Потом лег спать. Ну, конечно. Сам позвал, ничего не помнит. Не зря говорят, что все у мужчин одинаковые. Ну что, получилось? Относительно. Но он сразу же вырубился. Зато проснулись мы вместе. И он поверил, что вы провели ночь? Mm-mm. Я думаю, что анализ ДНК должен будет его убедить. Ну да, логично. Значит так, теперь ты должна исчезнуть. И чтобы сдача не ногой. Я тебе сама все буду привозить, продукты и все, что нужно. Вообще-то я сойду с ума в этой глуши. А если тебя кто-то увидит без живота, то вся наша легенда о твоих родах за рубежом провалится. Так что, если ты хочешь стать женой Егора, давай, наберись терпения. Ладно, поняла. Кстати, что там по поводу завещания? Уже гласили? Да. Основная наследница – Карина. Егор Узорин оставил 20% акций компании и бессменную должность главы корпорации. Мне назначил пожизненные ежемесячные выплаты. А мне? А тебе чисто символическую ежемесячную выплату. При условии, что ты официально устраиваешься на работу. Вот козел. Ну ничего, зато его дочурку заплатит мне сполна. Тише, дорогуша, тише. Не нужно быть агрессивной. Сестренка, но я ведь пришла поделиться с тобой самым сокровенным. Тем более, после того, как не стало дяди, мы должны с тобой держаться вместе, потому что больше кровных родственников у нас нет. Как не стало? Ой. А свекровь тебе не сказала? Что этот старый козел отбросил коньки. Ну, тише! Тем более, после твоего повторного исчезновения у него вообще сердечко не выдержало. Врешь. Я? После поминок сразу же к тебе. Ну, правда, мне пришлось немножко задержаться, потому что Егор вчера малость перебрал. И я его утешала. Егор не мог! Все он мог. Хотела сказать, что он у тебя такой крепкий, очень крепкий парень. Дыши! Давай, дыши! Карина, дыши! Давай, давай! А теперь тушься! Давай! Да не должно быть столько крови! Нет!
Неси кровоостанавливающий, а то она сейчас умрет и не родит. Давай. Какой кровоостанавливающий? Не знаю, все, аптечку сюда тащи. Ну, Карина, дыши. Ну, давай еще. Дыши. Она умерла? Нет. Но у нее такое кровотечение. Может, оно и к лучшему. Вкали ей кровоостанавливающее. Зачем? Она потеряла столько крови. Ей уже не поможешь. Вкали ей кровоостанавливающее. Я не хочу знать, что я опять ничего не сделала. Ладно, давай. Ребенка держи. Аккуратно. Мальчик. Он живой? Живой, живой. Наверх отнеси, там теплее. Вкали при мне. Все бесполезно. Иди, иди. Ну вот и все. Спасибо за внука. С ним будет все в порядке, я тебе обещаю. Да, если Зорина увидишь, привет ему передавай. Надеюсь, мы с ним не скоро встретимся. Где мой ребенок? К сожалению, мальчик родился мертвым. Угу. Но это ты во всем виновата. Я тебе говорила, нужно есть лучше, витамины принимать. Так что это ты его убила. Ты. Вы меня звали, Егор? Да, Анна, извините, что потревожил. Нигде не могу маму найти, и телефон выключен. Вы случайно не знаете, где она может быть? Дайте подумать. Кажется, Ольга Сергеевна сегодня с кем-то разговаривала по телефону. Вроде с Сюзанной. Она еще обещала на какую-то дачу приехать. Угу. Ну ладно. Хорошо. Спасибо большое, вы мне очень помогли. Угу. Приехали, да? Опа, ну как, нравится? Когда ты все это успела? Как только съехали твои арендаторы. Значит, пару месяцев поживешь с ребенком здесь. Он подрастет, и будет сложно установить точный возраст младенца. А я пока, Лешеньке, выправлю документы, да? Чтобы ты смогла стать официальной его мамой. Подожди, Лешеньке? Ну да, Лёшеньке, в честь деда. Потому что Егор захотел бы назвать своего сына именно так. Ну, я ведь даже не умею обращаться с детьми. Я же просто его угроблю. Послушай, у тебя было достаточно времени, чтобы простудировать интернет и подготовиться к материнству. Ладно, сейчас я тебе покажу, как ты будешь смесь детскую разводить и... А, подгузники. Подгузники тоже показывать, как менять? Да, желательно самой. Господи, вот за что мне все это? Ладно, пошли. Ребенок.
Ребенок. Малыш, где он? Мам? Мам, ты здесь? Захотела меня по статью вали с дороги. Ты что, бухая? Ого. Кто тебя так? Тебя изнасиловали? Кровь откуда? Тебе куда? Свалилась ты мне на голову. Пойдем, подвезу. Пойдем, не бойся. Осторожно. Куда тебя вести прикажешь? Может, в полицию? Расскажем все, они разберутся. Не надо в полицию. У тебя семья есть? Муж, дети, родные какие-то? Тебя ищут? Никого у меня нет. Мальчик мой. Все, тихо. Даже все похоронить хорошо, не дали по-человечески. Все, успокойся, не переживай. Фу, ладно, поехали, разберемся. Куда? Куда? В рассвет. Thank you.
Посмотри. Посмотри, какая красота. Ну, приехали. Станция «Березай», кому надо, вылезай. Помыться тебе надо. Давай так. Пойдем. Сейчас пойдешь в душ. Только тихо, осторожно. Мать с дочкой еще спят. А я пока что-то из одежды жены тебе подберу. Да не боись. Жена умерла 5 лет назад, а у меня рука не поднимается отдать ей вещи. Пойдем. Пошли, осторожно. Конечно. Кто мы, свекули, такие, чтобы наше мнение спрашивать? Привел в дом бомжиху. Да не бомжиха она. Одежда нормальная, не дешевая. Трезвая. Девчонка в беду попала. Не знаю, в какую спрашиваю, сразу рыдает. Mm. Про ребенка что-то лопочет. Умер, типа. Не знаю. Все в крови. Может, шалава, а? Нет, точно не шалава. Не из этих, я шалав на трассе повидал. Может, в полицию сдать, а? Надо будет, и в полицию сдадим. Пусть себя сначала придет, из нее лишнего слова не вытащишь. Сдадим, так они сразу ее в психушке упекут, потом ходи с таким грузом на совести. А может, ей там как раз самое место? Подлечит немножечко. Не думал? Когда Машка с сыном умерли, ты же меня в психушку не сдала, хотя на грани ходил. Ты сравнил. Ты мне родной, а ее я в первый раз вижу. Добрый ты у меня, Феденька. Смотри, чтоб твоя доброта тебя под монастырь не подвела. Долг платежом, Красин. Со мной на трассе тоже много чего приключается. А ты мне ничего не рассказывал. А чего тебя попусту волновать? Ты все равно не поможешь. Твоими молитвами мне Бог как раз и в нужное время добрых людей посылает. И все равно я против, чтоб ты знал. Господи, дитё, дитём. Кто ж тебе так, деточка? Ну, проходи, не стой столбиком, проходи. Проходи, садись. Кушать будешь. А ты пойди постели ей в зале. Я ее у себя постелю, а сам здесь лягу. Тебе это спаться надо. Значит, ешь и мать слушай. Короче, набирайся сил. Ешь, деточка. А что с животом? После родовой? Господи, господи, ну только не плачь. Ну что ты так убиваешься? Я ж только спросила. Ой, послал же Бог испытание. Ну что мне с тобой делать? Ну ты кушай, деточка. Доброе утро, сынок. Привет. Ты сегодня рано. У меня встреча со следователем. А,
А что, есть какие-то новости о Карине? Угу. А что это? А в смысле, чья? Сумка Карины. Не узнаешь? О, боже. А где ты ее нашел? На даче Сюзанны. Думал, тебя найду, а нашел сумку. Меня? Ну да. Анна сказала, что ты туда собиралась. Прости. Просто не в то горло попало. А нет, это... Наверное, она что-то перепутала. Я вчера... Я к нам на дачу собиралась. А Сюзанна как-то... Объяснила, откуда там сумочка? Я ей позвонил, она сказала, что уже год там не была. И сейчас вообще находится за границей. А, ну да, как-то... Как-то странно все. Ну что ж, получается, Карина там жила? Не-не. Моя жена аккуратистка. А там все вверх дном. Но я разберусь. Ладно, извини, мне пора. Возьми трубку, идиотка.